А если так, да. А если так, да. А если так, да. Ты, иди отсюда уже. Зачем ты ко мне пришел? И он прогнал его. Теперь он вышел и говорит, как так? Он меня не смог освободить. Потом говорит, о, я нашел для себя разрешение освободиться от недера. Он говорит, если бы я знал, что своим недером я разозлю Равна Ахмана, я бы никогда этот недер не дал. И он возвратился к нему, и он его этим освободил. Спрашивает Гмара, почему он не сказал, что сожаления достаточно? Почему он ему искал петах? Вот этот вход, который можно... Равна Ахман сказал, что мы да делаем харата. Объясняет Хамим так, мы сказали, что одно из объяснений, возможно, он не хотел харата, а хотел именно петах. Другое, возможно, он делал недер, который, например, он взял для себя посты. А если он сейчас сожалеет, то все, что он посты держал, он потеряет. Теперь человек, мы должны знать, человек, который исполнил мицву, если он о ней сожалеет, он ее потерял, он ее стер, не дай бог. Поэтому, что бы ни случилось, человек никогда не должен сожалеть о сделанных мицвах. Однако человек приходит к там Софьеру, и на этом мы закончим, и говорит ему, что я выучил один перек, один седер, по-моему, из Гмары, я хочу сейчас, я взял на себя недер, что я выучу весь Талмуд наизусть. Но я смотрю, что я, как бы, время мое проходит, я его знать знаю, но я вникать не вникаю. Поэтому, говорит, я хочу, чтобы меня от этого обещания освободили. Но я боюсь того, что если сейчас меня освободите, все то, что я изучал, я потеряю. И там Софер говорит ему, ты должен знать, что то, что человек теряет, это только, как мы сказали, то, что касается постов. Что мы сказали, человек, который постился, но в день до этого он пост не принял, его пост не считается. Поэтому, если он постился и принял пост, а потом сожалеет, его пост тоже не считается. Но изучение Торы никогда не отменяется. Изучение Торы говорит, никогда ты не потеряешь, и оно будет с тобой всегда во веки веков. И можно недер делать на изучение Торы. И даже если ты сделал недер, и потом ты от него освободился, твоя Тора всегда останется с тобой. Баруха Адонай Леолам. Амин.